Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. Правительство и опоры России будут совершенствовать поддержку бизнеса. Они заключили соглашение о сотрудничестве. Ожидается, что одним из направлений станет развитие предпринимательства в моногородах. Опора России готова включиться в процесс поиска инвесторов для ряда перспективных проектов. В Кировской области 11 моногородов. К концу 2018 года там планируется создать почти 4000 постоянных и временных рабочих мест. 2800 из них намерены создать до конца текущего года. И, как отмечает исполняющий обязанности зампреда правительства Ольга Куземская, на сегодняшний день план выполнен уже на 90%. Программа «Экономика». Кирово-Чепецкий хлебокомбинат заплатил долги Кировхлебпрома. На предприятии, входящем в холдинг Кировхлеб, произошла смена кредиторов. Чепецкий комбинат выкупил кредиторскую задолженность перед Россельхозбанком более 100 миллионов рублей, пишет «Навигатор». Из этой суммы 88 миллионов, основной долг 16%. Требования на сумму 72 миллиона обеспечены залогом имущества должника. Кировхлебпром признан банкротом в мае 2014 года. По последним данным, предприятие планирует продать за 250 миллионов, при этом оно продолжает расширять ассортимент и выходить на новые рынки. Экономика на 101 FM. НКО медленно становится богаче. Кировстат проанализировал стоимость основных фондов таких организаций. К ним он относит государственные и муниципальные учреждения, частные учреждения, общественные и религиозные организации, профсоюзы и другие. Стоимость основных фондов по итогам 2016 года составила 185 миллиардов рублей за год. Она выросла на 2,5%. Ведомство констатирует непрерывный, хотя и слабый рост этого показателя. При этом фонды неизменно стареют. Степень износа под конец 2016 года составила 48% и выросла за год на 0,5%. В завершение валютах: доллар сегодня 58 рублей 6 копеек, евро 69 рублей ровно. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.